Спонсор показу – компанія «Нова будова». Сереж один из самых сильных тренеров. Юлия Борозненко. Эмиль Виронжа. Браво! Так эмоционально они это сыграли. Вон она, я просто так вот сел на мурашки по коже. Я вражена. Я первый раз за все эти бои забыла о том, что я сижу в кресле, мне нужно что-то судить. Я просто наслаждалась музыкой, вами. Даже было у меня такое ощущение, что у вас чувства есть какие-то. Ну, это было настолько искренне, я не знаю, или это просто очень крутая игра, или это действительно так, но вы очень-очень гармонично смотрелись. Иногда мне не хватало даже какого-то там
возможно, вокала, но в целом, я же говорю, это уже отходило все на второй план, потому что была эмоция. Так что же между вами? А ну, відповідай. А что? У меня муж. Между вами муж, хорошо. Между ними муж. Правильно. Значит, это правда. Эмиль, что с твоими почутями? Ну, то есть у меня все поинтереснее, у меня без мужа. Слава богу. То есть, когда мы только начали бои, да, вот я считал, что Юля — это сначала мой соперник, то есть это конкурент, но в итоге, как мы вместе с ней пели песню, там нужно проявлять чувства. Я на самом деле заигрался, и некоторые чувства у меня появились к Юле на самом деле. Браво! Вот так вот. Так что это никакая не игра, это все правда. Джамала, кому ты видаш перевагу? Ой, да, такой сложный вопрос. Наверное, Эмилю. В захопленні від вашої емоційної складової і вокальної. Ви змогли розтанути тут на цій сцені. В ритмі пісні я була разом з вами, моє серце билося. Браво! Я віддам голос Юлі, а там побачу. Дякую. Так, не так страшно. Давай руку. Держись. Ну, просто Тіна сказала хороше щось, я так типа, ну, блін, а я так вже пригрів містечко, знаєш? Помните, как мы репетировали, я вам сказал, что вы единственная пара, которая действительно, я не понимаю, как я вас буду на боях разделять, потому что вы так слились друг с другом. Я не ожидал этого совершенно. Я знаю, что ты меня простишь. Ты очень добрый, очень светлый, очень понимающий человек, который всегда, видя меня, говорил, что все нормально, Сережа. Всегда меня успокаивала. Ты. И сейчас ты меня тоже поймешь. Эмиль, я оставляю Эмиля. Эмиль, ты проходишь далее. Ты залишаешься в команде у Сергея Бабки. Пожалуйста, прости меня. Эмиль Вилонжа, ваши опуски. Эмиль, не хочешь ты, Витки? Не хочешь. Эмиль, готовься до наступного раунду. Я хотел даже больше не чтобы я прошел, а чтобы Юля прошла. Уявляю, что за в неоновой кімнаті витворяє Эдгар. Стіна, пожалуйста. Ми в такому самому напруженні і Катерина, яка сидить в кріслі у Потапа в команді, і в такому самому напруженні Гліб. Он уже Джамала смотрит на кнопочку. Я не хочу смотреть. Секунду, смотрим. Час для крадіжки настав. О, и муж прийшов. Прикольно здесь с вами, друзья. Браво тебе. Эдар, прости. Пожалуйста. В смысле, я случайно сюда попал, я грел на тебя место. Подольше всем посидеть. Вы ветеран, который сидит дольше всех. Да, старенький. Ой. Все, всем пока. Это просто жесть. Остановите меня, если я не прав. По-моему, всех из команды Сергея Бабкина крадет Тина Карль. Из команды Тины спасает Сережа.
Нет, Джамала вот спасла одного, ты нет, хотел еще. Нет, не получилось, видишь? Нет закономерности. Есть закономерность, друзья. Интриги расследования. Ой. Есть связь, да, Джамала, ты думаешь? Я чувствую. Ну, ментальная. У нас с тобой очень мысли сходятся. Да. О, Сережестины. Феромоны. А, ребята, я знаю объяснение всему. Это ж весна, понимаете? Весна, весна. Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».